Ну чё, народ, здорово всем! Так, пакет с военным кораблем третьего уровня игречения. Покупки один раз. Чё у нас тут вообще теперь появилось? Во-первых, у меня надо посмотреть колониальный корабль. Здесь есть ограничение какое-то по ресурсу? А, он только один добывает, значит, 3-2 тысячи в час. Любопытно, конечно. Так, задание. Атаковать мятежников. Вау. Так. Сброс, рек, захозу. Твою дивизию, чего? Мы провели сброс ресурсов, захваченном третьей зоне. В 0 часов получены ресурсы. Японская блоха. То есть мы чем больше захватываем, тем больше получаем ресурсов или чего? Нет, я, конечно, все понимаю по сокращениям. По-моему, по сокращениям, блин, жуткий перебор. Так, кого будем отправлять? Да, всех сразу нафиг, да? Камеры, конечно, здесь надо. Единственное, что обломно. Так, назад. Так, размещение обороны. Да, реально, вот сюда воткну. Еще и будет. Так. У нас пусочка появилась, вау. Так, Вигадар, сохранить.
Одна. Корабль переполнен. Такс, ну... А где показано, сколько он может у себя там брать помощи? Вот что меня интересует. Я вот что-то... Никак не могу это увидеть. Кто-нибудь видит? Я вот лично, блин, нет. Но хотя очень бы хотелось. А, вот, 69-70. Все, понял. Так, теперь мне надо разобраться. Я могу построить еще где-нибудь, блин, колониальный корабль? Одного мне мало. У меня очков ранга всего. Ничего не пойму пока что. Так, что мне улучшить? На ангар-то по-любому. Так, привет, и получили очень много очков ранга. Очки ранга можно использовать для обмена у правительства Федерации для повышения уровня военного корвета. Материал. Эти очки ранга, вот это вот меня напрягает немного посильнее. Вот они. Ни хрена себе, вы использовать не можете, не можете, не можете. Интересненько. И все сложнее, чем я думал. Так, магнитное рельсовое оружие.
Ладно, идем отправляемся атаковать мятежников. Почему они теперь похожи на меня? Потому что это и есть я. Твои ж налево, это меня атаковали. Это тренировка обороны, так сказать, да? Забавно. Забавненько. Уровень 6. Сейчас чувствую, мне тут по жопе-то настучат, потому что тут корабли побольше. Один корабль меня уничтожили, как раз мне надо посмотреть. Ты имеешь такое предупреждение, обнаружено. Корабль. Колонизатор. Командующий офицер. Ясно. Бросить вызов игроку, серьезно. То есть мы атакуем корабли-колонизаторы. А, также два корабля у меня тут остается. Так, откуда бы мне подойти? Наверное, отсюда. Тут у них корабль, смотри, покруче.
на защите стоит. Производите наступление на вражеский колониальный корабль, вы сможете заполучить большое количество ресурсов. Враги в темноте считают... Ну да, тут и меня могут, и я могу. Забавно вообще-то. Надо нажать. Так, командующий в процессе, вызов игрока. Ага, новые товары даже доступны и награды. Интересная идейка. Правда, я думал, здесь будут какие-то атаки базы, а тут только колониальный корабль. Немножко скромненько, очень скромненько. Не, ну обменивать я это не хочу. Мне оно, в принципе-то, нафиг не надо. Вот, это бы мне, возможно, пригодилось. Так, что у нас здесь? Чуть. Да и обмены здесь тоже. Ускорители только, в принципе, да? Понятненько, то есть у нас очки, которые мы зарабатываем, тратим на ускорялки только. Ну это... Странно. Ну то мы сможем улучшить сейчас базу. Да. Так. Оружейный завод. Завод обороны. 25 минут. Понятно, здесь надо будет производить потом улучшение. Как говорится, не усрешься. Ну, давай попробуем мы здесь хотя бы что-то запинать еще плюс добавок ко всему. Так, производство кварца, производство сплавов, кристалл. Сплав. Пока тут ничего обменивать не хочу. Не вижу в этом смысла. Так, атаковать, бросить вызов игроку. Ладно, пока атакую мятежников. Седьмой уровень.
Пока не проиграем, будем атаковать. Так, здесь кораблей не так и много. Если пушки сверху будут атаковать, я могу подлететь случайно снизу. Забавно. Этот крепче. От количества захваченных систем, что ли, у меня это все идет? Забавно. Так, погодь-ка. Где у нас там колониальный наш? Так, надо тут понять. Расцветка-то красивая. Не, ну а чё? Неплохо. Снарядить пока мы не можем его ничем. Улучшить тебя. Так, повысить уровень.
Угу. Надо еще тут пооткрывать некоторые вещички, но пока, в принципе, нормально. И мне сейчас нужно... Так, что тут такое? Скорость ремонта. Нет свободного робота-инженера. Да блин. Задание склад Легион. Без понятия. Так, командный центр, повысить уровень. Ага, вот, мне потом что надо, вот. Командный центр надо будет повышать, ясно. Так, а мне сейчас нужен, наверное, склад. Нам надо истребителем подусилить потраха. Ага. Вот зачем нам это нужно. Мы повышаем их уровни. Нам не хватает этой вот хренотени. Или мне не хватает просто бабла здесь? Нет, 12 тысяч, у меня тут хватает его хорошо. Так, сброс ресурсов в захваченной зоне. Прекрасно. Да, в этой игре, конечно, довольно-таки есть муторные вещи, в которых надо разбираться. Давай тут еще пойдем подзахватим вот эту хренотень. Обороняться будем. Ясненько. Ладно, народ, на этом, в принципе, я серию закончу. Тут надо будет немножко посидеть, пол-ФК подолбиться и поулучшать хотя бы некоторые здания, чтобы более-менее адекватно играть. Но сейчас это не получится. Да, это беда каждой онлайн-стратегии. Всем удачи, всем пока.